Всем привет! В этом видео я предлагаю сшить наволочку и пододеяльник на молнии для деток постарше. Для дочки я выбрала вот такую вот красочную, красивую расцветку, а для сына машинки. Ткань очень приятная на ощупь, она не выцветает, я ее растирала несколько раз. Все остается так же, как и при покупке. Панели предоставила компания Unique. Они занимаются производством панелей для детского текстиля. На сайте большой выбор дизайна для бортиков, постельного белья. Также прямо на сайте вы можете проверить наличие и оформить заказ. А введя промокод Николаева, вы получите скидку 10% на ваш заказ. Ссылку на магазин, а также Instagram я оставлю в описании к этому видео. Для пододеяльника мне потребуется одна панель. И также для наволочки я возьму отрез панели. Подойдет такой размер на подушку 40 на 60. Ткань это 100% хлопок, сатин, премиум качества. Она очень приятная на ощупь. На обратную сторону я возьму турецкий сатин. Это имитация под американский хлопок парад. Молнии я буду вшивать длиной 50 сантиметров. Одна у меня идет потайная, а другая с маленькой собачкой. Итак, я прибавила 5 сантиметров к размерам своего одеяла. Это 2 сантиметра на припуске и 3 сантиметра на свободу облегания. Сколола 2 отреза лицом к лицу иголочками. И по низу нужно обработать срезы. Я обрабатываю на оверлоке. Если у вас нет оверлока, обработайте мелким зигзагом. После того, как обработали нижний срез, соединяем между собой правую, левую часть и поверху. Сейчас я покажу, как аккуратно можно завершить строчку на уголке, не обрезая нити. Заканчиваем строчку, поднимая лапку, разворачиваем ткань. И снова продолжаем шить. Вот так получается такой уголок. И не нужно обрезать нити, заправлять их. Вы как шили одной строчкой, развернули и продолжаете дальше шить. Теперь отмечаем середину, где низ пододеяльника, и середину на молнии. Совмещаем их, эти отметки. Также поставим отметку около собачки, где у нас начинается молния, и там, где будет заканчиваться. Теперь по бокам нужно проложить строчку до отметки, где начинается и заканчивается молния. Скалываем иголкой и прокладываем строчку на ширину припуска. Затем, где открытая часть, я заутюжила припуск вовнутрь, на изнанку. Сюда будет втачиваться молния. Прикладываем молнию, скалываем булавкой и вшиваем. Одну часть молнии я расстегиваю и начинаю сшивать. Лапку я поменяла для вшивания потайной молнии. Мне ей удобнее вшивать, она узенькая и можно ее смещать на нужное расстояние. Вот так получается, вшиваем молнию. Когда ее застегиваем, ее не видно. Она как бы в рамке. Теперь приступим к пошиву наволочки. Наволочку я буду шить для подушки 40 на 60 и выкраиваю я 2 отреза ткани 45 на 65. Точно так же я сколола иголочками две части ткани. Лицом к лицу находим серединку на молнии и на наволочке. Молнию я буду вшивать сверху, мне так больше нравится. Вы можете сшить сбоку, снизу, как вам по душе. Точно так же теперь нужно обработать срезы, там где будет вшиваться молния, и соединить между собой боковые и нижнюю часть наволочки.
Вот так у меня получается. Срезы обработаны. Сбоку вот здесь я прострочу на машинке. И здесь тоже до отметки. Вот что у меня получилось. Здесь я обработала. Я шила сразу на верлоке. И вот эти припуски я заутюжила наизнанку. Вшиваем молнию. Наволочка полностью готова. Готово изделие утюжим и можно примерять на подушку. Шьется такой комплект очень просто, легко. И самое главное, детям очень нравятся такие расцветки, красочные и яркие. Им очень нравится рассматривать эти картинки. Да и мне самой тоже очень нравится. И самое интересное, что это одеялко, оно двустороннее, наш пододеяльник, его можно перевернуть на обе стороны, и будет интересно смотреться. И второй комплект я сшила для сына, он такой довольный, счастливый, это самое главное, комплекты ему пришли по душе. Спасибо, что досмотрели это видео до конца, если вам нравятся мои видео, поддержите меня комментариями, лайками, мне будет очень приятно. До встречи, всем пока!